Кокарды, да, смотрите. Прикольно. Ну, что-то это... Это что-то... Если на щите, это значит какое-то министерство. Что-то в этом связано. МВД, наверное, какое-то. Ну, я как бы... Русский, как раз-таки здесь это МВДшный. Кокард не видел. Прикольно. Прикольно. Ладно, идем. Ребят, настроение поднялось. Красота. Очень классное место. Все сгорело. И у меня шайба. У меня шайба, смотрите. 5 копеек, 1870 год. Для этого года вообще бомбический сохранчик. Смотрите какой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вообще класс. Ветер. Фунды здесь заложены. Я здесь один раз всего был, а пацаны здесь уже много раз были. Вот, и здесь шикарные находки были. Классно. Посмотрим, что будет еще. Итак, ребята, что я вам хочу сказать? Есть такое выражение: Саша, ты балбес. Я прошел всю деревню. Встречались сейчас с пацанами. У Лехи два крестика, две монеты. У Михалыча там тоже что-то, Илюха поднял. И, короче, я пробежался все по кругу, всю деревню. И я думаю, что-то верховые, что-то находки-то, блин, всего на штык лопаты. Собрал кучу там латуни, меди. К чему я говорю? Всю деревню я прошел с чуйкой, с одной деления. Кто ходит с эквиноксами, означает, чуйки у меня не было вообще. Представляете, не было вообще. Я был в шоке. Но поднял пятак все-таки на чуйке 0. Вот. Ой, блин, всю деревню обошел, ребят. Всю. Я думаю, неужели даже советики, неужели здесь все так выбито? Ни в коем разе. Сейчас поставил чуйку полную. Настройки стандартные, какие я вставлю в основном. Но чуйку прибавил на максимум. И вы знаете, ну, блин, попер сигнал из глубины. Прям сейчас буду ходить по своим старым местам. Хорошо, что когда все сгорело, видно следы, потому что у меня специфический след такой идет. Мои следы, и плюс волочится такая вот полоска от лопаты. Лопату я тащу с собой, и я вижу, где я ходил. Где именно я ходил. Ну, что хочу сказать? Ну, Саша, ты балбес. Итак, ребят, всем привет. У нас сегодня небольшой слет. Нас позвали сергиевчане. Подготовили они нам поляну. Это чуть позже будет засель. Куча машин, куча. Давайте со всеми познакомимся. Это у нас Илюха. Здесь с ночевкой был. Это у нас Леха. Это у нас Макс веселый. Это понятно, это Седой приехал. Вот Денчик обновил свой аппарат. Вот он такой, знаете, огромный монстр вообще. Вот смотришь. Монстрёр, вообще огонь. Так, ну вот вся банда собралась. А Денчик, это вот его. Еще один Денчик. Огромное спасибо за приглашение. Вот у нас товарищ первый раз. Погранец. Погранец? Морской погранец. Ну какая разница, я тоже был в Новосибирске. Вот, Сань, три погранца, ты видел, как он треугольник? Героин. Рустика нету. Да. Всегда четвертого погранца, да. Так, ну та банда, Рустик, вот видите, одного цвета, это одного цвета семья. Это этих ребят все знают. Семья Бороды, как говорится, Илюха вон. Да ничего, скоро у Ярика тоже борода отрастет. Смотрите, с прошлым годом. Саня, а мне знается. Обмужал такой, блин. А мне знается, это, кажется, знаешь, потому что 4 терки сейчас будет работать. У Денчика. Кстати, ребята, сегодня на копе все мини-лабы, ребята. Все мини-лабы, без исключения. И Саня веник. Если я в шурф залезу, то будет. На, мини-лаб, смотри, как я засобачил. Чего ты там засобачил? Да
Да ладно, вот ты, блин, это. Сейчас. Оленевод, блять, так сильно, сука. И причем, причем она, ребята, смотрите, орлянка на топорах, ёж твою налево. Сань, вступление, если такие пропуски есть, я думаю... Ай-яй-яй. Только что поднял? Да вот только что зарубил? Красавчик. Пропуски есть, сигналы будут. Так что, ребята, поляна классная. Там еще, говорят, еще одна поляна накрыта. Ну, вот, в принципе, вот на таком вот... Михалыч там что-то куча чего несет. Самое главное, Сань, повезло то, что кто-то... Местные, наверное, жгут ее. Ну, правильно делают. Это, наверное, вот поля здесь рядом. И, наверное... Перекосить просто, им травишку надо. Да. Травишка да. Это для местных все. Сам. Да. Сам знаешь. Айда, пошли. Ну, мы вот получились так, что мы первые, кто приехал. Вот пацаны нам сказали, что здесь вот все сгорело. И приезжайте в гости. Мы приехали и посмотрим, что у нас здесь получится. Ну что, ребята, отойди от машины. Вот буквально. Денчик сходу поднял монетку, пятачок. И у меня тоже сходу пятачок с охран. 41-й год, Михалыч, дорогой. Пятак 41-го в идеале. Ну не знаю, вы, наверное, уже знаете, в каком, сколько он стоит. Смотрите, идеал, идеал прям, ни одной язвочки, ничего. 41-й. Так, ребят, Михалыч, вот. А до этого он был здесь, когда я поднимал. Вот здесь вот засыпал пятачок. И вот смотрите, крестик. Крестик, ребята. Мужской нательный крестик. Что это, ребята? Опыт или прибор? Погнали дальше. Пацаны зашурфились на старом фунде. Ну что, ребят, банда шурфит. Все разбежались. У меня желтенькая выпала. Скорее всего, пятачок советский. Да, советский пятачок. Ранний год 31-й, ёшкин кот, самый распространенный, плюс он еще вот здесь с дефектом. Ну ничего, поднял. Пятак! Пойдем дальше. Ну что, ребят, долго-коротко, еще один сигнал хороший был. Вот здесь вот кингух ее нанюхал. И это у нас царская монета, да, по сигналу была царь. Год... 1891. Вот такая монетка. Пойдет. Это у меня что, второй царь. Несколько советиков еще подымал, вам не показывал. Вот, гадюк здесь полно, ребята. Вообще полно. Кинг на них бросается, кидается, приходится их немножко рубить. Ладно, пойдем дальше. Ребят, ветер, но гадюк здесь полно, я их уже устал. Вот еще, смотрите, две штуки. Вот, первая болтается, вон там вторая. Такие жирные все. В общем, любят они на солнышке, где фундаменты. Да уж, много вас. Что-то я, ребят, копаю монеты. Вам что-то не снимаю. Вот очередная монетка и очередная непонятная. Даже не могу сказать, советик или нет. Но сигналил как советик. Но не знаю, что это. Хрен знает, сейчас почищу, узнаю. Итак, ребят, вроде погода наладилась, ветер утих, и можно поснимать спокойно. В камушке, люблю, в камушках монетка. Что за монета? Советская. Что? Ай-яй-яй-яй-яй. Говорят, старая деревня. Да ладно, старая. Две копейки. 64-й год. Вот так вот. Последняя находка была вон там, около пацанов. Прошелся вот так вот все. Вернулся сюда вот.
там была двушка что-то какого-то там года советского вообще, потом пуговка, серп, молот. И вот наконец-то долгожданная монета. Вот она. Но монета фундаментная, убитая. Нолик проглядывается, какой-то круглый год. Ну, не знаю, 40-й, может. Да, 40-й год. Вот такая монетка, третий пятак. В принципе, здесь засыпка хорошая. Конечно, мусора много. Вот здесь пятачок был 40-го. И следующий сигнал. 20-ка, походу. Да, 20-ка, но она дырявая, сманистая. Жалко, 32-й год. Ну ладно. Кинг у меня чумазый, уже устал здорово. Ну а мы копаем. Пятак, 20-ка. И вот еще одна монета. Пнул, и вот вылетела. И судя по размеру, это снова пятак. И снова с фундамента. Фундаментный, это значит что? Попробовать шурфануть здесь. Не хочется пока. Верха пока пособираем вот здесь, вот на этом фунде. И снова, ребята, трешка. Я уже здесь ямки не закапываю. Наверное, сейчас вот этот холм я буду срезать и сбрасывать сюда. Потому что как бы монеты отсюда вылетают. На этот раз трешка 31-го, что ли? Нет, не 31-й. 37-й, наверное, скорее всего, да? 37-й. Вторая сегодня уже. Ладно, сейчас попробую срезать на штуку лопатку, посмотрим, что будет. Да, ребят, был я прав, снял вот такой-то объем на штык лопаты, наверное, и снова советик, 36-й год. Это еще более-менее. Советы пошли. Не хотел я сегодня открывать шурф. Ну ладно, раз такая пошла петруха, надо попробовать. Итак, ребят, как я вам сказал, заложил шурф именно там, где были монеты. И монеты продолжаются, я уже их не снимаю. Выпала еще одна монета. Вместе с вами посмотрим, что за монета. А это 20 копеек, 45-й год. В принципе, хороший бодрый сохран. То, что не снимал, как бы я их решил здесь вот складировать. Вот. Уже накопал с последней съемки вот так вот. В принципе, нормально, да? Пойдет. Итак, ребят, приехали мы к пацанам на базу. В общем, здесь мясо поели. У нас Серега с Илюхой остались там. Но Серега вот уже подъехал. Он такую тут сказку рассказал. Для меня это сказка, ребята. Слышите, да? Мы сейчас с нетерпением ждем Илюху. И говорят, он там поднял кошелек. Кошелек. Блин, вот на видео не засняли. Было бы классно, прям в прямом эфире бы заснять, как процесс осуществляется, поднятие кошелька. Причем... Какой здоровый, он до сих пор еще тащит. Я-то быстрее пришел. А где кошелек-то, а? Кошелек-то где? Мы Илюху ждем. Блин, может, его кто перехватил? Вот, короче, сейчас будет интересно. Но было бы классно, если бы мы это все в процессе подняли. Но, к сожалению, я поторопился, уехал сюда. Сань, если что, у нас в районе инкассации есть. Может, его инкассации принял? Может быть. Вот, в общем, дружной компании. Мы к этой компании еще вернемся. Здесь у нас пацаны, короче, ну, классные пацаны. Долго ждали Саню в район, приехал ко мне. Да, Дэну спасибо, пригласил. В общем, классно. Будет весело, что будет, обязательно засниму. Ребята, все у нас серьезные здесь. Да, серьезно. У нас говорить не будем. Все, давайте. Вера, ну давай грейся. Вон там вот лесоруб у нас был. Давай грейся. Ну вот. Зато его зарабатывает дятел. Рука, давай, хвали. Наплакал. Ребят, приехал. Приехал кошелек.
кошелек. Культурно. Илюх, тебя будем кошельком называть. Да. Тарелка. Белая тарелка, давай. Деда решает вопрос сейчас. Доклад показывай, а что там? Так, ладно. Пусть расклад. Да, вообще я посмотрю. Да. 6 пятаков. Илья, ну как можно? 10? Да ну на. Ой, еще, ребят, смотрите. О, а что, до сих пор слеплены? Слеплены, да, слеплены. Я говорил, там есть. А год какой? Там Серега читал. Год два слепленный. Ну, какой год? Утром ему надо совковый вопрос задать, может, больше найдет. Все хорош. Так, пойдемте ночлег, давай. Да. Вот это любопытно, чашечка вкусная. Так, ну что у нас? Здесь со мной вот дед. Очки одену. Так вот, залипуха. 1872 года. Дальше. 77 года. Николаевский. Не, формат Николаевский, а так они считаются Александровский. 1876. 1875. Считай, вот просто протер. Ёшкин кот, да это все пятаки дорогие, по идее. Так, 1800. Ну, это затерто, конечно, мертвое. Дальше. Тоже затертое. О, еще осталось остаток. От серебро. От серебра. Дальше. 1876. Ну, такой более-менее. Ну, затертый все равно. Так, и... Да нет, вот хороший. 1873 год, Еймовский. Неплохой. Такой, знаете, не затертый. И последний пятачок затертый, тоже, наверное, Александровский. Ну да, 87-й год. Так, ну и по серебру вместе с этим кошельком была серебручка 20 копеек, наверное, тоже Александровский, стопудово. Не вижу, 79, по-моему. Дальше. Давай. Ух, вот они, ребята. Александровские, они, в принципе, вот дорогие. Были вот эти. Александровские, они монетки дорогие. Одна пятнаха и три десятки. Так, пятнаха. Да не в цене дело. Две двадцатки. В охоте. Дело в кучке. А смотри, нет, смотри. Николаевская, ёшкин кот. Я думал, кошелек Александровский. Нет, Николай есть. Это какой год? Затертые ходили. Да. Потому что формат у них одинаковый. И Александровские пятаки, они также были в ходу при Николае. И вот еще пятаки. Саня, а что случилось? Сань, клад подняли. Ой, не клад подняли, а кошелек. Ну, можно сказать, что... Извини, главный подошел. Что случилось у меня здесь в районе? Вы расскажите. Ребят, ну, я думаю, да, это кошелек был. Дед. Кладом это не назвать, но кошель достаточно приятный, вкусный. Рублей жалко не было. Это все вокруг сверху. Дед, ты маленько это. Вот и две золотых десятки. Это сдача с пива, да? А серебро-то что там? Ну там две. Саня, а что у нас у всех руки такие? Там пройти нельзя туда даже. Блин, там копать надо, да. Вот это красавчик. Ну, а это мелочи. Сегодня этого Илья. Я накопал много. Илья! Так, держите. Ты вчера приехал. Сейчас. Давай, резко. Дай вот пятачок, я тебе крест. Это как я только прям уехал. Ладно. Шашлык вкусный? Надо копать. Итак, ребят, вышли мы из застолья. Уже темнота. Ни хрена вам ничего не будет видно. Но вот такая вот красота. И рядом Михалыч. И Михалыч откопал монету. Я не поленился. Ну, где Михалыч? А, вот, на. Ну, посмотрите на нее. Так, что за монета? Скорее всего, да, это капуста. Александровская. Но она такая, блин. Понятно. Да, тяжело будет почистить. ЕМ. Вижу ЕМ. Ладно, идем. Итак, ребят, с Михалычем вдвоем остались, пацаны уехали. Вернулся я сюда на свой шурф, который ранее при свете нормальном. И вот, смотрите, трешка прям в шикарном сохране. С какой, 32-й год, да, старый герб. Вот, в таком бодром. Скоро будем закругляться. Что-то беспонтово, настроения нет.
удовольствия не получаю. Вон она круглая. А, пятак, ешкин кот. Тридцать седьмой. Хорош. 37-й пятак, хороший вроде. Пойдет. Что, надо ехать, Михалыч? Что-то, что-то не прет. В час по чайной ножке. Кстати, чайную ложку, блин, Михалыч. Раз заговорил про чайную ложку. Михалыч, покажи там красивую. Ты говоришь, ложечку поднял. Но это не серебро. Это у нас мельхиор, да? Да, да. Здесь разглядел что-нибудь? Не, не смотрю. А что там есть? Какая-то дырочка имеется. Кто там? Зверьё гоняет. Да, это мельхиор. Посеребрение, наверное, да? Наверное. Ладно. Погода класс, завтра будет жарко. Ну а мы поехали на базу. Сизи топ, ебать. Топ-топ видео. Денис Валерьевич играет Цоя. Они выйдет и Валерьевич, а ты что не оставь, не ищешь? Ёбаный брат. Это вам не это не нужно. Вот как есть, пацаны. Дайте кидать. Цоя, Свет Валерьевич. Аюрный брат. Я его просто люблю. Так, здесь у нас танцы, бля, дискотека, ёпты. А он там он и кино играл. А тут азартные игры, бля. На бас-гитаре. При фонарях. Так, ну что, 4, вот однозначно. А где 5, блядь, это вопрос, бля. Вот это, наверное, 5. Дым. А кто яйца дымил? Я, ну а чё нет? Свежие яички, блядь. Только курочки снесли. Итак, ребят, на этом закончился сегодняшний выход. Откопали шикарно, отдохнули шикарно и находки супер. Завтра утром мы соберемся, позавтракаем и отправимся туда же на небольшое количество времени. То есть, наверное, до обеда покопаем и оттуда сразу сорвемся домой. Вот, так что приятного вам просмотра, продолжение второй части. Думаю, что-нибудь интересное обязательно выскочит. Тем более, нам подсказали, что лучше ходить вдоль оврага. Вот, там находки, как вы видели. Ну а сейчас все, спать. Пока.